пригласил ее на выходные. Чувак, какого черта? Почему вы в машине Рекса? Я ведь думала... Ты что, кидаешь меня? Нет. Нет. Хорошо. Тогда куда мы едем? Ноксвилл, Теннесси. Ладно, я скажу маме. О, ты хочешь... Супер. Какого хрена? Я не хочу, чтобы она ехала. Неужели? Ты не хочешь взять ее с собой в поездку за сексом? Слушай, она вечно сует всюду свой член. Она неправда. И у нее даже нет... Хорошо, Вадину. Профессор. Когда ты вернешься? Завтра! Когда? Завтра! Пока! Боже. Пока. Так что, Теннесси? У моей бабушки обнаружили какой-то там рак. Вау. У бабушки Кей? Она что? В порядке, она будет жить вечно. Очень долго. Нет, в смысле, знаешь, у нее рак ноги. Небольшой рак ноги. Уверен, она скоро поправится. А что она делает в Теннесси? О, там самый крутой раковый центр. А, да. Да, типа знаменитый. Да. Если у тебя будет рак, нужно непременно ехать туда.